Добрый день, дорогие друзья! Говорит и показывает Ухта! Универсальный спортивный комплекс на Тиманской 6. Второй матч первого тура Пари Суперлиги. Ухта против новой генерации. В первом матче Ухта сумела на последних секундах дожать своего соперника благодаря голу Рафаэла Бруно и победила со счетом 3-2. Сегодня второй матч. Сегодня новый день. Бразильское трио, а уже и квартет, я бы сказал. Кто же будет сегодня сильнее? Напоминаю вам, что гол забивает Рафаэл Бруно. Вот это старт! 11 секунд после стартового свистка. И вот такой выстрел. Ну и отметился забитым мячом. А это Лукас Педало. Удар в дальнюю девятку. Кригер. Еще весь тайм впереди. И может понадобиться этот видеопросмотр. Что лучше? Ну, вот Козлов ошибается. Что же такое? Разводит в руки Яшин. И, кстати, будут брать помощь видеопросмотра. Что теперь? Смотрим повтор. Перевалов. Так. Выход 2 в 0. Бородинский. Выше ворот. Да, пытался сыграл Кригер. Разбег большой. Бьет мимо ворот. Ковтун бежит вперед. 3 в 2. 3 в 2. Атакует новая генерация. Шанс на дальней штанге. Леготин. Леготин. И Гита спасает команду. Недоумевает сейчас Дмитрий Леготин. Ну как же так? Я не смог. И получилось очень красиво. И Елькин. Получилось очень красиво. Заброс вперед. Турчин. Принял. Мяч. Выкатил. Суворов. Гол! Забивает новая генерация. Доигралась Ухта. Дмитрий Прудников. Удар. Кригер справляется с этим неприятным ударом. Турчин приложится к мячу. Отдал передачу. И не было нарушения правил. Не было. Играл в мяч Тиаго Гита. Тут выходят где-то даже эмоции на второй план. И мы видим это в игре генерации. Плюс... Вот Кригер сыграл. Новой формы. Гол! 2-1 в Ухте! 2-1! Ух! Ух! И гол забивает Роман Иванин! 2-2! 2-2 на табло! Заброшено Филиппе Пародински. И выход 1-1! Вы это видели? Бруно! Удар! Кригер! Гита! Удар рядом со штангой, мяч проходит. Бруно. Педала! Мимо ворот! Как же сейчас Лукас простил новую генерацию? Денисов раскрывает свою атаку. Его зовут Александр Кригер, если что. Просто... И все! И все! Матч завершен! Мы увидим серию пенальти! Педала против Глеба Петрова, без шансов бьет Педала. Дмитрий Леготин. Против Гита. Гита берет! Так, Филиппе Пародински переигрывает. Суворов бьет без шансов для вратаря. Кто будет обладателем двух очков, а кто останется одним? Берет, показалось, Кригер, но все-таки мяч залетает в ворота. Елькин против Щурка. Было близко. Против Кригера. Не берет Александр. Роман Иванин против Щурка. И было близко. Денисов против Кригера. И есть победа в этом матче. 2 очка зарабатывает, а суммарно 5 в этом туре. Ухта. Сергей Денисов реализовал свой пенальти.